Лолита не только не признала вину, но и более того, говорит, что в этом же наряде увидим ее на 70-летие. Я также вспомнила о своем любовнике с подробностями, Жан Содель. Здравствуйте. Лолита прокомментировала вечеринку Ивлеевой, на которой сама была в очень откровенном наряде, а действительно основным условием было меньше одежды, больше тела. Говорит, потрясающее послевкусие, при этом потом хейт начался на пустом месте. Говорит она, вот если кто-то ей пишет в Инстаграм, да, она блокирует, чтобы не читать. Я процитирую, что говорил Лолита, она действительно удивляла своим нарядом, там какие-то подвязки, там типа от чулков, да, и рядом с ней ходил красный парень, у которого на причинном месте был носок, ему дали там 15 суток. То есть вот в такой атмосфере ей было находиться приятно. Вот что она говорит по поводу своего наряда. В шкафу лежал комбинезон, свет белый, поэтому вроде как полнит, не нравился, но теперь решила надеть. Все вроде закрыто, целлюлита не видно. Направленность вечеринки была иронична. Говорит, чтоб не видно было тело, надела пояс для чулок. Когда-то был любовник, теперь его потеряла, а пояс остался. Живот им прикрыла, чтобы не было видно возрастных изменений. Обещай, что на 70 лет обязательно будет в этом же наряде. Вот так вот. То есть для нее это не послужило каким-то уроком, потому что действительно заводят административные дела, уголовные. Подключился Виталий Бородин, руководитель фонда по борьбе с коррупцией. Действительно, общественность возмущена. Такие непростые времена. И вот как сейчас ребята на передовой, то есть открывают интернет, смотрят, что творится, как в канале в центре Москвы, и кто в ней участвует. То есть это морально, да? Опять-таки, если ты хочешь в таком наряде ходить, ходи дома, но это же общественное место. Если фотографии всплыли, все капец. Знаете, я вообще сам человек скромный, мне не нравится ходить по каким-то там ресторанам, кафешкам и так далее, чтобы мне в рот смотрели, поэтому я обычно сижу и дома ем. А вот Лолите, Глюкозе, Билану, Киркорову было вполне, получается, приятно находиться рядом с парнями, которых вроде как уже задержали, они целовались в центре танцпола, но еще один парень нацепил носок на причинное место, ничего больше не было, ему уже дали 15 суток, максимально быстро прошел суд. То есть, действительно, повторюсь, если человек воспитанный, он не пойдет в такой бордель. Если же ему это нравится, если он как бы вот такой, тогда понятно, но как общественность может ходить на его концерт? Как Киркоров можно назвать народным артистом после такого мероприятия? Напишите ваше мнение по этому поводу в комментарии. Конечно, подпишитесь на канал. Каждый день обсуждаем самые важные и интересные новости вместе. Есть вариант поддержки канала, номер карты, ссылка на донат в описании под видео. Можете также стать спонсором. Специальный значок будет возле комментария. Спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня.